Ой, вот это мы едем по украинской Венеции. Здесь вот красота какая. Самый главный Венециан. Венециан. Вон, видишь, здесь заборчик есть. Здесь люди живут вообще. Вот видите, как здесь все. Вот это канал. Идем по каналу. Вот только с реки вошли в канал. Вот здесь тоже, наверное, можно рыбу ловить. И нам идти где-то по этим каналам еще минут 20 до Вилкова. О, Белгородский канал называется. Здесь вот люди живут. Говорят, что местная лодка — это как машина. Вон люди на зиму готовятся. О, юный следопыт по воде идет. Ты посмотри, молоток. А вон там еще они плывут. У нас вот здесь вот гости ходят. Кабанчики. Доброе утро. Находимся, я нахожусь на Дунае. Приток или русло Очаковское, как-то вот так вот. Ну что, рыбалка была не ахти, желать можно было лучшего. Поймали где-то 4-5 коробчиков, как всегда рыбец. Но было, наверное, вот за многие года это уединение с природой, это небо звездное. Это кометы падающие. Это тишина, которая бьет по ушам. Во всяком случае, я получил море удовольствия. Так что всем привет. Да, вот нас уже забрали. Везут на базу. Им машинку оставили. Ну, конечно, красотища неописуемая. Даром говорят, Венеция.